Вас попробую. А почему вообще зародилась идея, ну, такое, рассказать об осознанной практике сознания Кришны? Почему это актуально? Почему актуальна осознанная Да, практика? да. Ну, потому что хочется результатов. Хочется результатов даже те преданные, которые говорят о бескорыстном служении, то есть без результатов, да, как бы. На самом деле они хотят результатов. Чистые преданные, это мы имеем в виду гопи Вриндавана. Они хотят результат. Их результат, чтобы Кришна был доволен. То есть все хотят результатов. Но для того, чтобы были результаты, нужно сознательно подходить к тому, что мы делаем, как мы это делаем, в каком сознании. Потому что если мы хотим приготовить гречку, то нам надо знать, какая температура, до какой степени ее варить. И если мы отвлечемся, то мы разварим гречку, будет не очень красиво. Поэтому как только мы убираем откуда-то сознание, то жизнь покидает это место. Если из тела уходит сознание, тело начинает разрушаться. Точно так же, когда из духовной практики, из ритуалов, из каких-то действий уходит сознание, человек перестает это сознательно делать, то эта практика превращается в мертвые ритуалы. И никакого результата, ну, того результата, которого мы хотим, любовь к Богу, этого результата мы не достигнем. Поэтому так важно сознательно делать то, что нам дал Шрила Прабхупада, наши духовные учителя.